Сколько это стоит? Сколько это стоит? Деньги. Илья Труаформ. Рубль, рубля, рублей. Рубль. Après un et tous les nombres terminés par un, et non onze. Рубля. Après deux, trois et quatre, et tous les nombres terminés par deux, trois et quatre. Et рублей. Après cinq, six, etc. Один рубль, два, три, четыре рубля, пять, шесть, семь и так далее рублей. Один рубль, два, три, четыре рубля, пять, шесть, семь и так далее рублей. Это один рубль. Это один рубль. Это два рубля. Это два рубля. Это пять рублей. Это пять рублей. Это десять рублей. Это десять рублей. Это тоже 10 рублей. Это тоже 10 рублей. Это 50 рублей. Это 50 рублей. Это 100 рублей. Это 100 рублей. Это 200 рублей. Это 200 рублей. Это 500 рублей. Это 500 рублей. Это 1000 рублей. Это 1000 рублей. Это 2000 рублей. Это 2000 рублей. Это 5000 рублей. Это 5000 рублей. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Pour demander le prix, vous pouvez utiliser le pronom démonstratif. Этот, это, эти. Этот, это, эти. Например. Сколько стоит этот магнит? Этот магнит стоит 100 рублей. Магнит c'est masculin, on utilise этот. И après 100, 100, on utilise рублей. Сколько стоит этот самовар? Этот самовар стоит 5000 рублей. Самовар c'est masculin, on utilise этот. И après 5000, 5000, on utilise рублей. Сколько стоит этот брелок? Этот брелок стоит 70 рублей.
Брелок – c'est masculin. On utilise этот. И après 70, 70, on utilise рублей. Сколько стоит эта матрешка? Эта матрешка стоит 500 рублей. Матрешка – c'est féminin. Это она. On utilise это. И après 500, 500, он утилиз рублей. Сколько стоит эта футболка? Эта футболка стоит 601 рубль. Футболка – c'est féminin, он утилиз это. Mais attention! 601 est terminé par 1. Il faut dire rouble. Сколько стоит эта шкатулка? Эта шкатулка стоит 2500 рублей. Шкатулка – это она. Féminin, il faut dire это. Шкатулка. И après 2500, il faut dire рублей. Сколько стоит это платье? Это платье стоит 802 рубля. Платье c'est notre, это оно. Il faut dire это платье. 802 terminé par 2, il faut dire рубля. Сколько стоит это лото? Это лото стоит 403 рубля. Лото – это оно. Это лото. 403 и terminé par 3. Il faut dire рубля. Сколько стоит это домино? Это домино стоит 304 рубля. Домино – это оно. Il faut dire это домино. Après 304 – il faut dire рубля. Сколько стоят эти очки? Эти очки стоят 111 рублей. Очки – это они, плюриель. Il faut dire эти очки. Et attention, il faut dire стоят. Терминизон «ят». Сколько стоят эти часы? Эти часы стоят 7012 рублей. Часы – это они. Il faut dire «стоят эти». И après 7012, il faut dire рублей. Сколько стоят эти тапки? Эти тапки стоят 552 рубля. Тапки – это они. Il faut dire стоят эти. И comme on voit deux à la fin, il faut dire рубля. Теперь вы. Maintenant c'est à vous.
Сколько стоит этот словарь? Этот словарь стоит 501 рубль. Словарь c'est masculin. Il faut dire этот. И après один, il faut dire рубль. Сколько стоит эта книга? Эта книга стоит 702 рубля. Сколько стоят эти шорты? Эти шорты стоят 900 рублей. Сколько стоит это яйцо? Это яйцо стоит 2000 рублей. Сколько стоит этот мяч? Этот мяч стоит 560 рублей. Сколько стоят эти шахматы? Эти шахматы стоят 5555 рублей. Сколько стоит эта сумка? Эта сумка стоит 2202 рубля. До свидания.